871 заявление о постановке на очередь детские лагеря поступило от жителей Одинцовского округа за первые 7 месяцев текущего года через портал госуслуг. Это многодетные и семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети и другие категории. Поданные родителями документы рассмотрели на комиссии по распределению бюджетных путевок. Всего к отправке в летние лагеря сейчас готовятся более 130 детей. 64 ребенка собираются в подмосковный Горизонт. Еще 68 – в крымский Гагарин. Специалисты, они пропускают через себя каждую семью, и если видят, что необходимых каких-то документов нужно еще усилить, то связывается с семьями для того, чтобы действительно самые заслуженные дети и те, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получили эти путевки. И все же преимущество у тех, кто раньше подал заявление. До мелочей продумывается и трансфер детей. Глава особое внимание уделял тому, не только как дети будут отдыхать, будут ли соблюдены все условия для отдыха и оздоровления наших детей в загородных оздоровительных лагерях, но и их логистика. Поезд едет практически больше суток. На каждых 12 детей один сопровождающий вожатый. Если собирается группа до 200 детей, то один медицинский работник и, соответственно, пост охраны. Отдых начинается со встречи на вокзале. Уже в поезде соблюдается режим дня, трехразовое питание, игры и дневной сон. Все, чтобы детям было интересно, и они смогли адаптироваться и подружиться со сверстниками. Ольга Дмитриева, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».